Всем добрый день, отличного дня, весеннего хорошего настроения. Сегодня я к вам уже выхожу с мартовской распаковочкой. Сегодня утром заказала, и сейчас, вот, ну, буквально час назад, курьер мне уже привез доставочку. Если вы заказываете на 10-тысячную, это именно по Москве, то вам привозят доставку в этот же день и абсолютно бесплатно. Вот такой вот пакетик. Давайте с вами проведем распаковку и посмотрим, что там есть. Смотрите, заказала Vision Box. Vision Box заказала для своего сына. У него, ну, так получилось, что проблема со зрением. И сейчас нам нужно восстановить зрение наше, принимая вот эти вот классные витамины. Очень много хороших положительных отзывов. Девчонки уже давали своим детям и тоже сами принимали на постоянной основе хорошие рекомендации, хорошие вообще вот такие эффекты. Ну, конечно, нужно не месяц и не два подавать. Я думаю, что месяца три мы программу точно будем пропивать. Сейчас. Также для себя я сейчас пропиваю программку NeuroVision от Nutrition. К сожалению, в этот раз не было вот такой вот эко-упаковочки, поэтому мне нужна эта программа, нужна беспрерывно. И я себе купила, ну, такая вот премиум-коробочка. NeuroVision для чего? Для тех, кто работает мозгом, у кого напряжение в глазах и у кого бывают вот часто головные боли от того, что идет напряжение постоянно на глаза. Вот этот вот комплекс очень хорошо восстанавливает, несмотря на то, что у него ценовая категория такая премиум-класса. Эффект, девчонки, очень и очень хороший. Я тоже хочу пропить где-то 3 курса, рассчитана коробочка на 20 дней. И поэтому вот, ну да, на 20 и вот это на 20. И поэтому я не хочу прерывать, и пришлось заказать такую коробочку. Ну, думаю, что крафтовая коробка тоже в скором времени будет. Также у меня в заказе в этот раз шалфей, янтарная кислота, это шампунь против перхоти. Хочу ее попробовать. Знаете, иногда такое вот бывает неприятность после, особенно того, как волосы покрасить, да, такая... Кожа немножко шелушится, это не перхоть, но просто шелушение в коже. Такие вот пробиотики Эльбифит. Я заказала 2 упаковочки, одну сейчас уже успела отдать девочке знакомой. Вот, это про и пребиотики, очень хорошо восстанавливает микрофлору, причем капсула сделана из такого состава, что она растворяется не в желудке, а именно в кишечнике, именно там, где нужны нам полезные бактерии, поэтому, девчонки, кто принимает Linux и он никак не действует на них, никакого эффекта нету, вы можете вот это вот заказать и попробовать для себя, для своей семьи, для своих детей. Ну и как же без полезных вкуснях. Вот сейчас у нас по акции идет на заказ, если вы заказали на 2000, вот такую вот классную упаковочку энергетического драже вы можете заказать всего лишь за 70 рублей. А здесь что входит? Черника, идеальное сочетание витаминов А, Б, С, Д, Е. Ну, в общем-то, никаких сахаров. Сибирские отруби хрустящие. Ну и ржаная мука здесь в составе немножко есть. Это такое полезное лакомство. Вот я их заказала несколько, там еще 2 пачки, поэтому пусть они будут. Также у меня ребенок просил ему хрустящие шарики с какао-маслом, шоколадом. Это тоже как прибиотик дополнительно идет. Вот я ему дам, пусть с собой в школу носит, там, может быть, на перемене кушает, где ему что понравится. Да, таких вот 2 пачки, и вот этих вот дрожжей энергетических у меня получилось 5 пачек. Что из дорогого я заказала также для себя, это S-ацетил-L-глутатион. Сегодня я про него много рассказывала, сейчас для себя я покупаю это уже 3-ю баночку, мы с мужем пьем вместе, поэтому... Еще одну баночку куплю, чтобы, ну, как бы он и я, мы прошли курсом. Его нужно принимать где-то 2 раза в год. Защита нашей печени, антиэйдж-эффект и вообще много и много полезного. Девчонки, посмотрите сегодняшние мои рекомендации, то, что я выше присылала и отправляла.
и все узнаете про вот это чудодействующее средство. И также для себя я как раз наконец-то заказала суперстойкую тушь для ресниц, черную, ультра-черную, ультра-блэк. Ее я не использовала, но вообще не пробовала никогда, но по отзывам наших девчонок, эта тушь очень и очень классная, она хорошо себе зарекомендовала. Сейчас я ножницы возьму, открою. В течение дня не скатывается, не осыпается и нету эффекта панды. Девчонки даже после спортзала, знаете, потренируются и потом вот выходят и говорят, что тушь вообще как вот была, так и есть. Сейчас посмотрим, я завтра ей накрашу и тоже свои отзывы уже тогда расскажу. Ну, вот такой вот тюбик. Это тушь Enigma. Сейчас посмотрим, что здесь за щеточка. Ну, вот такая вот интересная мягкая щетка. Не пластиковая, а вот именно, ну, запах туши. Ничего такого нету особенного. Ну, вот такая вот маленькая распаковочка моя на сегодня. Если кому-то, девочки, что-то интересно из заказанного, либо кто-то что-то хочет себе еще приобрести и заказать, можете переходить в мои личные сообщения. Я всегда вам порекомендую, проконсультирую. Всем добро пожаловать!